Потому что ты... Почему? Mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Жень, ты Что? закончил стрим? А, нет, будто, бля, я обосрался. Это чего? От того, что ты закончил стрим, не Не, попрощавшись. я еще ни с кем не прощался. Тут меня что-то стрим грузил там, теперь перестал. Эх. На стриме даже почти делать ничего теперь, пока что. А я уже забодрился, почему? Даже если запускать стримы, делать нечего, А? потому что все отдыхают. Логично. Только мы дебилы пиво. Не, я не дебил. Я наслаждаюсь едой. Мы не пил. Мы просто это не спим. Сейчас мне немножко провалится. Еще вот. И да. Хуй знает. Хорошо. А что мы поделаем на стриме? Стриме? Поиграем. Логично. Да. Я протянул, протянул. Так. О, первая ловушка открыта. Хорош, делаем вообще до 3 часов стрим и вырубаем. На 3? А? Ну, я говорю, ты до 3? Ну, скорее всего, да, я потому что там смонтировать надо кучу мод. Я могу хоть до 4, просто мне лень смотреть. Лень. Ленивый тварь. Не, ну, тогда не лень смотреть. Просто это... Скучновато чуть-чуть. Скучновато. Какая игра не может быть скучной? От игры идет. Да просто тебя пытаются все убить. Вот поэтому скучно. Господи, какую игру не начнешь? Ты страдаешь. Какую игру не начнешь? Все хотят тебя убить.
Вообще было бы не скучно в танки поиграть. Ну, ладно. Пошли в танки поиграть. Ну ладно. Танки можно. Надолго ли? Вопрос в другом. Ну ладно. Я активирую артефакт. А как это, а как его активировать? Логическая загадка. Нет. Хочешь прокол, я уже на автомате говорю, даже не понимаю, как я говорю. Экс. Ай, не моя камера. Бля, сейчас будет весело. Каменюги меня уже не пугают. Ну, давай. Где ты, тварь? Бля. Вас тогда не было. Поищи. Бля. За пиздобольство. Мри!
я думал, чё за хуйня? Конечно, вечно появляться будут. До свидания, до свидания. О, бля, за тут хуйню. Чё ты вздыхаешь? Давай, веселиться. Чего? Я говорю, чё ты вздыхаешь? Давай веселиться. Да сижу, просто смотрю стрим. Просто смотреть стрим, это, конечно, весело. Разговаривать и смотреть стрим, это ещё веселее. Вот, участвовать в нем. Так это игра офлайн. Ну это да, это офлайн. Не спорю. Так. Окей, я понял. Да. Вот сюда. Так вот. Шикардос. Ты, кстати, это не единственный в шапке, тоже сижу. О? Сидишь в шапке. А да, новогодний. Не финиш, финишишь. Так, как кому больше нравится. Чё это за АВВА? Я хотел сказать ага, а вот так и земного получилось АВВА. Ага. АВВА получилось. И вот у него вопрос, вот это куда? В пизду. Я понял, что оно туды, как это твоё АВВА. Я не понимаю, как туда добраться. Надо зайти куда-то повыше. А куда повыше-то? Вопрос. Тайна покрыта покрышками. Покрышками, блядь, вот этот просвет. Почему покрышками? Не знаю. Упал. Я упали. Упали страшной смертью. Мне просто интересно, почему кто-то там может пройти. А, там проход, блядь, ёбаный, вот. Ладно, я понял, заново.
пиздец, далеко. Как я понял, ты будешь стримить, пока не уйдет. Чего стримить? Пока не уснешь. Пока не отключусь, ёпти. Не усну. Кто? Я единственную еду принял в себя. Осетинский пирог. Такой, сука, мать его, вкусный, чтоб пиздец. Попасть, блядь, в цель не могу. Ой! Бля, сука, быстро! Серьезно? Я не успел попасть во все эти цели? Бля, дебили... Дебилизм. Просим. А чё по карте? Что нашёл? Блин, ну это... это я боюсь, я не найду. Я вот думаю... Может, тебе где-то опять начать проходить? Нет смысла. Ну ладно. Ну, ой. Можешь пройти где-то опять только для себя. Ради интереса, все. Чтобы проходить где-то опять для кого-то как-то. Я не вижу смысла. Может, тогда мы... Может быть, на этом тогда закончим. Чего? Я трансляцию закончу на этом. Потому что я уже 2/3 игры прошел. Ну да, нормально, в принципе. Абсолютно. 2/3 игры я прошел. Меня тоже, в принципе, отрубать начинает. Тебя отрубать начинает. Меня уже 5 часов назад отрубать начинает. Мне голова кружит. Ну, это от нехватки еды. Когда голова кружится, надо что-нибудь поесть. Потому что мне голова кружилась, меня подташнивало. Я стримил. Я вот этот пирожок съел. Маленький кусочек. Головокружение прошло, и подташнивание тоже прошло. Я могу дальше стримить. Но смысл в том, что я... уже не первый час стримлю, потому что мне это не спасает. Я бы дальше бы стримил бы, но вы, я бы это бы не стримил, потому что это немножечко сложно. Что там, другую игру, что ли, будешь играть? Продолжу пить играть в свою игру. Ну, так, меня никто не смотрит. Никто лайкосики не ставит. Смысл играть дальше? Я человек профектуальный. Лайкосики есть, я играю дальше. Лайкосиков нет, ну и, как говорится, ну пошли все нахуй. Ну, это, как говорится, грубо говоря. Я бы еще бы постримил, но а толку? Толку себя гнобить, если даже никакого доната не приходит. Если был бы какой-нибудь донат даже хотя бы на 10 рублей,
А я бы еще. Я бы еще бы погнобил бы себя бы. Но, к сожалению, ничего такого интересного нет. Поэтому, в принципе, можно закончить стрим. Ну, да. С учетом того, что он уже идет почти 13 часов. У меня в Ютубе написано, что 12 часов назад началось. Мне Ютуб тоже может писать, что у меня там стрим закончился в 11 часов 55 минут. И дальше не стримить. Ну, стрим будет идти, но он будет писать типа, да, стрим идет, да, ты молодец. А вот когда стрим закончится, он напишет 11 часов 55 минут. Все, это предел. Поэтому, как говорится, я не зря записываю то, что идет дальше этого времени. Ой, ладно, тогда, сколько надо говорить уже. Подписывайтесь на канал Жеки, ставьте лайки, те, кто были или есть сейчас. Да, были, были, ключевое слово. Может, кто смотрит, почти 100 человек было, почти 100 человек. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Жека и я, Санс. Всем удачи и пока-пока. А, всем пока-пока. Всем удачи и с Новым годом. Да, с наступившим. С наступившим Новым годом. Но играть, мы больше не можем. От слова совсем. Мы уже отрубаемся. Да. Мы отрубаемся. Ну, 500 рублей донаты, я могу продолжить дальше, но... К сожалению... Никто столько не сможет дать. Никто. 40 лайков уже не наберется. Ну, не наберется, не берется. Завтра еще есть целый день. Человек, который просто модерку попросил. Человек модерку попросил, он, в принципе, давно участвует. Во всем прочем. Играет со мной вместе. Просто не попадает в лимит от модерки до модерки. Он, в принципе, выиграл розыгрыш. Ничего не спорю. Я там предлагал голдишку, коробку. Он сказал, нет, мне не надо. Дай мне модерку. И все. Я дал ему модерку. Мы еще после этого поиграли с ним. Просто любит модеров. Да нет. А нет, этот чел просто любит синий ник. Не, он, в принципе, уже давно очень сидит на канале. И с так ним... он сказал синий ник, ура. Ну да. Но синий ник это Сантех. А я на канале уже где-то 2 года, либо год, не знаю. 2-й год вроде пошел. 2-й. Это уже у себя уже 2-й год пошел. Говорит, смешно, да-да-да. Там стримишь, сам говоришь, 2-й год пошел. Да-да-да-да. Ну, 2-й год. Уже чуть больше 2 лет. Да. Ух. Ух. А я тоже думаю, надо пора уже заканчивать.